Прохоров Василий Никитович, герой Советского Союза, родился в 1902 году в селе Успенка Рыбинского района Красноярского края. В январе 1942 года прибыл на фронт должности лейтенанта, командующего транспортной ротой 1258 стрелкового полка. В 1943 награжден медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Когда 16 января 1944 года у стрелкового батальона кончились боеприпасы, Прохоров лично на четырех повозках, рискуя взорваться под ураганным огнем, доставлял боеприпасы до необходимых позиций. За выполнение боевой задачи в феврале 1944 года Прохоров награжден орденом Красной Звезды. Тогда же взял под командование стрелковую роту. В ноябре 1944 года при освобождении Латвии капитан Прохоров первым форсировал реку Вента и, несмотря ни на что, бросился на боевые укрепления врага. В ходе атаки Прохоров был серьезно ранен, но, несмотря на это, отказался покидать поле боя, пока не выполнит боевую задачу. И именно благодаря этому остальные боевые подразделения смогли форсировать реку и уничтожить укрепления врага. В ходе дальнейшего наступления капитан Прохоров был повторно ранен и контужен, но, несмотря на это, продолжал руководить и вести свои подразделения вперед. В боях за владение последующим опорным пунктом противника капитан Прохоров был ранен в третий раз. На этот раз смертельно. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1944 года капитан Прохоров Василий Никитович награжден орденом Героя Советского Союза посмертно за доблесть и отвагу, проявленную в боях.